Всем привет, друзья, находимся на Радмире КРМП, это первый сервер, службу в полиции продолжаем, и только что я узнал, что к нам едет вновь в гости босс, и я приготовил вот таких вот, вернее, купил вот таких вот два гамбургера, которых вы видите слева, но также я узнал, что к нам в гости он едет не один, а с патриархом Данилом, это тот самый наркобарон, который поп, и мне пришлось еще немножечко закупиться, я купил еще три пакета, потому что вы знаете, сколько он весит, какой он, как говорится, толстенький, поэтому на всякий случай побольше взял, чтобы угодить ему, чтобы он, так сказать, не дал нам серьезное задание. Потому что кто не смотрел прошлые ролики, должен знать, что есть три вора в законе. И чтобы стать тоже неким таким, наверное, в кавычках даже вором в законе, нам нужно выполнить три задания от этих воров в законе. Два из них мы уже выполнили, и остался только наркобарон, который сейчас приедет и даст нам задание. Ну что, мы сейчас его встретим, ждем только звоночка, конечно, от нашего ликвидушки, от нашего босса. Вот, алло, алло. Да, слушаю внимательно. Мы сейчас подкатим. Открываю. Похож, честно говоря, вот в этих моментах я, друзья, на какого-то охранника. Потому что, типа, о, сейчас приедет король, там, быстренько давайте выходите, открывайте врата. И мне приходится бежать. Вот не одень сейчас костюм охранника, я буду прям похож на того, кто выбегает для того, чтобы открыть ворота. Не очень, мне не очень это нравится. Но все-таки едет сам босс, тем более с патриархом Данилом, извините меня. Поэтому открывать нужно 100%. Еще и, смотрите, на две машины или опять там кто-то приехал. Лишний. Открываю. Заезжайте, вижу нашу лампочку. Заезжай, я же открыл ворота. Заезжай, это тоже... О, патриарх Данил заезжает тоже. Патриарх, здравствуйте. Так, охрана стоит, молодец, давайте охраннику сразу дадим. Охранники очень часто стоят просто вот... Ну, встают и все, и стоят. Я знаю, когда меня нету, они просто вот здесь стоят и все, и тупо охраняют. Поэтому, друзья, я, конечно, не заставляю это делать, но все равно круто. Спасибо, кто это делает, конечно. Прикольно. Но просто так, еще раз напомню, бомжи не убивайте, которые рядышком здесь появляются. Все, закрываем. Охранники молодцы. И здравствуйте, патриарх Кирилл. Как правильно здороваться, не знаю по-божески там, да? Но мы-то знаем, как с ним здороваться. Это просто достаточно вот так вот сделать. И все. Здравствуй, патриарх Данил. Как жизнь? Все отлично. Здорово. И тебе тоже, босс. Здравствуйте. Классный гелик. Кстати, заметьте, именно на гелике приехал сейчас патриарх. Справился с заданиями. Да. Пусть он на кухоньке увидит. В дом давайте. В дом пошлите. Вы должны увидеть, что я для вас купил три пакета. В конце концов, не просто так это. Пойдемте, патриарх. Кириллушка, ой, как Кириллушка? Данилушка, конечно же. Так, дверь сразу закроем, потому что невозможно. Просто невозможно. Сразу же тут придут, так сказать, постояльцы церкви к нашему патриарху Кириллу. Так, патриарх Кирилл, ты где? Ты уже на кухне, что ли? Присядем, подожди. Я сделал два гамбургера. Но когда узнал, что вы приедете, еще три пакета купил. Надеюсь, это не будет как оскорбление. Но вот, пожалуйста. Все, что в пакете ваше. Да поделюсь. Уж извините, но мне кажется, вы не поделитесь, патриарх. Все, хочу назвать его Кириллом. Я не понимаю, почему это. Ладно, патриарх Данил. Все нормально. Ешьте все три пакета. Мне не жалко. Я даже от того, что вы приедете, я даже... аппетит у меня пропал, чтобы есть эти вот гамбургеры прекрасные. Да, присядем, конечно. Дорожечку, пойдем. Ух, вот сейчас, друзья, волнительно, потому что это третье задание. Опять провалился у нас куда-то патриарх Данил. Почему-то автоматически, друзья, вот серьезно говорю, автоматически сразу приходит на ум Кирилл. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем самым, но я не знаю, как вообще дальше играть. Я, собственно, по делу. Ну, понятно. Только сложное бы не давали задание. Я говорю, я без проблем справлюсь. Я могу одеть рясу и покрестить пару прихожан. Для меня это будет не проблема. На замену, так сказать. А могу вас заменить в церкви. Откуда кей? Мы с тобой играли давно, помнишь? Друзья, кто помнит? Это очень давно было. Реально, где-то месяцев, наверное, 8 назад, что ли. Мы с ним играли. Где я случайно выиграл его. Это тот самый, да. Да, это тот самый кей, друзья. Обязательно пишите, если помните. Только те, кто помнит эту игру. И, соответственно, этот кей тоже. У меня в церкви лежит очередная партия. Прям в церкви хранит? С ума сошел, что ли? Ну ладно, прихожане там не ползают, в принципе. Они просто пришли, свечку поставили, ушли, как говорится. Ты должен будешь забрать партию. Ну, слушайте, не ожидал от патриарха, что он так действует. Хранит, так сказать, эту радость, да, порошочек прямо внутри. Ну что это такое? Ты должен будешь забрать партию, а дальше разместить ее в своем участке. В полиции? Ты что, издеваешься, что ли? В полицейском участке? То есть, я не понимаю, зачем? Зачем? Что за задание такое непонятное? Кому от этого хорошо будет? А если меня спалит тут же генерал, полковник какой-нибудь? Зачем мне это надо? Смысл?
смысл это делать? Я понимаю, что, типа, сложность, да, забрать цирки у себя, разместить. Сложность в том, чтобы меня еще никто не заметил, да, из моих коллег. Типа, а что там делаешь? Я посмотрю, раз, а там пакетик с наркотой, извините, я прячу. А в полиции много кто любит побаловаться. Ты уверен? И сколько в процентах употребляют? Я это точно, говорит, знаю. Представьте себе, в полиции ребята... Нет, ну, в принципе, вероятность-то и так, понятное дело, что была, что кто-то отобалуется, но чтобы размещать прям в полицейском участке, это, знаете, типа, сразу на дом. Он такой, извините, у вас есть? Да, есть, прямо у тебя уже там за столом генерала лежит. Они сразу идут за стол генерала. Отлично, это очень быстро и близко, все круто. 8%. О, 8% это мало, конечно. Из 10 один человек только, да, считай, будет употреблять. Ну, а у нас сколько служит? У нас человек, ну, грубо говоря, 30, может, 50. Короче, человек 3-5 может употреблять. Ну, в принципе, окей, на будущее. Хорошо, хорошо. Ну, в общем, за их счет я получаю хорошие деньги. Я понял, я понял. А до этого у нас тоже размещали? Справлюсь ли я? Ну, со многим я справился. Я, в конце концов, угнал в прошлой серии, как говорится, Кадиллак у ФСБшников. Поэтому уж такое-то, знаете, забрать-положить, взял-поднял, как говорится. С этим-то мы уж точно справимся. Но тех убили. О, ладно, не рассказывай мне, пожалуйста, Патриарх Данил, ничего подобного. Давай я лучше спрошу, на чем мне тогда ехать. Я готов, в принципе, и где именно находится... партия. Тоже, говорит, проходили проверку в братву, скажем так. Ничего себе, у них уже были, так сказать, рекрутированы полицейские какие-то, но они не прошли проверочку. Они проходили задание от Шакро и Домкрата, но на мне всегда попоролись. Короче, почему? Ведь это легко. Ну, ладно, по крайней мере, легко звучит. Ну и, конечно же, в хитрую, друзья, спросим, а в чем же ошибка? Их, Патриарх, скажи нам, пожалуйста, что не так было. Опа, и он как раз нам, друзья, машинку дает. Гелик тот самый. Ну, вообще прекрасно. Если что, машина даже не моя. То есть все, машину это все загрузим, привезем. Только в участке вопросы, конечно, скорее всего, будут. Типа, о, привет, что гелик купил. Но я его не купил, друзья. В нем очень много будет, так сказать, некрасивого порошочка. Ошибка, шапка, закидательство. Не знаю, что это такое, честно говоря. Легко на словах, но надо делать, а не говорить. Я надеюсь, ты один из таких. Ну, будем пробовать, Патриарх. Буду пробовать, как говорится. Ну, тогда даю ключи. Да, давай. Пока можешь поесть еду из Макдака. А я уже скоро буду, поскольку это сущий пустяк для меня. Действительно, сущий пустяк. Еще раз говорю, подобрал, положил. На этом все и заканчивается. Самое простое. Положил ключи, давай свои ключики. Надеюсь, ты ключи положил именно от машины, а не от своей церкви. Удачи, Макс, я верю в тебя. Спасибо. Спасибо. Как говорится, все, кто желал мне удачи, все не прогадали, потому что мы все выполняли, поэтому я пошел. Еще один плюс будет, друзья, что я их буду перевозить, получается, в этой форме. Да, то есть очень хорошо, либо тут, о, едет полицейский, босс кричит своим таким жестким голосом. Босс. Гелик, гелик. Вот, друзья, надо купить гелик. Вы мне уже сколько раз говорите, купи себе машину. Купи себе, наконец-таки, какую-нибудь хотя бы машину, чтобы есть. Вот надо было сейчас не поехать, да, мне бы сказали, а вот не дадим тебе гелик. И едь как хочешь. Поэтому обязательно купим тачку. На днях я это сделаю. Выделю время, выделю денежки. Давай, инвестой. Хорошо, босс, хорошо, что ты выбежал? Не оставляй папа одного, то он вообще там все съест. Вернись только не обкуренным. Окей, окей. Главное, чтобы ты контролировала. Потому что я постараюсь сделать все быстро. Для того, чтобы холодильник не опустошился полностью. Я не хочу заново закупаться. Все, боюсь, не получится. Ну, что поделать, как говорится. Придется за это еще платить. Ты возместишь ущерб. Он все съест. Ущерб, как говорится, будет весь тебя. Ты сам виноват? А что делать? Это твой друг. Это твой друг в первую очередь. Потом и стены есть начнет. Еще что-нибудь ты покупал, я не просил. Все, давай, охранник. Вот тебе еще денежка. Молодец, что здесь стоишь. Не знаю, сколько ты еще до этого стоял, но ты молодец. Вот тут буду видеть, буду платить охранникам. Поэтому, друзья, не стойте, пожалуйста, очень долго и часто, потому что вероятность, как бы, увидеть, конечно, можно меня, но я не так часто, как говорится, прям здесь, да, нахожусь. Но в любом случае нахожусь, вижу охранников, молодцы. Представляете, бомж достанет просто вот так и скажет, я охранник. Ну, главное, хотя бы пушку бомжу, чтобы понятно было. Потому что если пушка в руках есть, значит охранник. Или киллера вот так вот, киллер станет, я подумаю, что это охранник, заплачу деньги, он не убьет. Тоже может быть. Ладно, все, поехали. Короче, гелик взяли, гелик. Блин, надо купить гелик или стюнить. Я видел какой-то вообще затюнигованный в хлам. Просто в хлам гелик.
Так, ко мне в гости едете? Ко мне в гости? Давайте я приторможу. Ну-ка, здравствуйте. О, смотри, человек в ППС пришел. Все, теперь со мной служит. Не забывайте, друзья, что вы тоже можете служить вместе со мной, но для начала нужно играть здесь хотя бы. Если вы приходите, команду МН вводите, и 11-й пункт, промокод MAXDI, вот так вот пишите, от вас и от меня придут денежки вам в помощь. И, соответственно, в дальнейшем вы уже сможете, как говорится, накопить уровень, и вступить в полицию, и там-то уж точно я вас встречу, как говорится. Итак, получается, приезжаем в церковь. Церковь у нас находится в Южном, кстати говоря, недалеко сразу отсюда. Но нам нужно будет все-таки сделать достаточно долгий путь до участка. Нам нужно будет в участок проехать для того, чтобы это все разложить потом, всю эту наркоту. Не знаю, правда, сколько там вообще по килограммам, по граммам, надеюсь, не очень много. Но с церковь мы знаем. Кстати, церковь находится где кладбище. Мы там неоднократно встречались с боссом. И теперь-то, друзья, мы знаем, что там делал босс. Он как раз-таки с патриархом Данилу. Патриарху Данилу он приезжал туда и с ним там общался. Интересно, а патриарх Данил тоже ездит кортежем или все-таки нет? Потому что на сегодняшний день, например, да, в России патриархи ездят с наиболее большим кортежем, нежели президенты и всякие главы. Это меня немножко удивляет, мне непонятно, почему такое происходит, что именно вносят патриархи для того, чтобы ездить настолько большими кортежами. То есть, по сути, это пустота. И вот эти кортежи, это же все вливание бабла, как говорится, правильно? Правильно. Соответственно, это, по моему мнению, пустая, совершенно пустая трата времени и денег, бюджетных денег, в конце концов. И, соответственно, если деньги эти тратятся, то они должны тратиться куда-то, ведь это тратятся народные деньги. Но здесь точно так же, как и в России, здесь, в криминальном мире КРМП. Вот, друзья, почему здесь все так устроено, потому что это копия. Это копия. Интересно почувствовать себя в настоящей России. И мы как раз приехали, собственно, к кладбищу. Я так понимаю, церковь у нас находится внутри. Не будем уже заезжать, хорошо. Хотя, подождите, мы же будем все это как бы грузить. Нам не нужно просто нести в руках это все. Те люди, которые придут сюда помянуть, так сказать, близких, все это увидят и не поймут, что происходит. Почему он несет муку с кладбища в гелик? Жди, что продается мука по скидке? Что он здесь делает? У нас все-таки гелик, мы можем вот так вот проехать. И я так понимаю, это все погрузить. Так, оставляем машинку здесь, глушим. Никого вроде нету, палева тоже особо никакого нету. Все спят, как говорится, никто не видит из них. Все закопаны. И, ох, давайте все-таки перекрестимся. Будем немножко уважительно к этому делу относиться. Если ты Дева Мария, пропусти, пожалуйста, меня. Я делаю доброе дело. Я развлекаю людей. Так, ладно. А где у нас здесь наркота? Наркота. Я не вижу наркоты. Так, нужно, получается, искать. Искать эту наркоту, как собачка-ищейка. Вот собаку сюда пусти, она быстрее найдет, конечно. Ой-ой-ой, ничего себе. Действительно, патриарх. Ну что ты так разложил-то все? Ну, видно, что ты хотя бы в цветы положил. Вот идеальное место — это прятать в цветы. Он прям здесь разбросал, держите. Прихожане, пожалуйста, пользуйтесь. Неправильно, неправильно. Ладно, подбираем быстренько все. Я так понимаю, это те самые пакетики. Пакетики с радостью. 30 грамм нельзя взять, например, в таком количестве. Конечно, блин. Кто я такой, чтобы 30 грамм поднять? Я еще не накачался так сильно. Так, друзья, поставил свечку за патриарха Данила. Быстренько все собираем. Все давайте, все сюда. Все мое. Собираем в общей сложности. Не знаю, сколько у нас грамм получится. Но все это мы должны, друзья, разместить у нас в полицейском участке. Вот что самое главное. И сделать это, представьте себе, незаметно. Как это будет, я не представляю. Хотя, в принципе, сейчас вечер, это хорошо. Многие уже, как говорится, окончили рабочий день. И, по идее, можно будет, так сказать, сколько у нас всего сейчас, давайте посмотрим. Граммуль. Итак, у нас 17 грамм. Ну, это много. Это много, потому что это уголовная статья. В любом случае, это уголовная статья. И это очень... Блин, ФСБшники, что ли? ФСБшники? Или не ФСБшники? Так, куплю, куплю. Не надо, Дигл он хочет купить. Я даже я услышу. Я тебе сейчас куплю, а? Все слышно. Все было слышно прекрасно. Арестовать. Что вы стоите, ФСБшники или не ФСБшники? Вкусные пирожки. О каких пирожках ты говоришь? Я, кажется, понимаю. Они тоже. Балуйтесь, балуйтесь. Вы не из ФСБ? Друзья, вы, конечно, извините. Я знаю, что это плохо, но я хочу попробовать. Я хочу узнать, как здесь это работает. Поэтому давайте-ка просто где-нибудь типа сделаем вид, что мы плачем, такие ля-ля-ля, на могилочку пришли, такие хоп-хоп-хоп. И попробуем потребить, посмотрим, что же это нам даст. Можно сразу 20, конечно, испробовать, но для меня это слишком будет много, поэтому ёпарасете, ёпарасете. Кто
что ты, дружище? Так, меня шатает. Я, наверное, за рулем такой не поеду, что меня колбасит вообще по полному теперь. Сэр, да? Да, слушай, да. Ура! Теперь мы под... Слушай, ну попробовать-то можно, разок хотя. Тут мой дедушка погиб. Да, именно, значит... О, так быстро, потому что всего один, хотя еще немножечко колбасит. Ладно, все, это, конечно, хорошо, вернее... Нет, то, что дедушка погиб, это, конечно, плохо, но... Все, в принципе, хорошо. Так, поехали отсюда. Быстренько все грузим в машиночку. Машиночку мы положим на заднее сиденье, все это дельце. Конечно, я деньги занесу. Нельзя ни в коем случае воровать наркотики. Все-таки, поэтому денежки я занесу патриарху за этот грамуль, да? Разрешите с вами. Нет, конечно, я не знаю. До сих пор я думаю, что это ФСБшники. Все, ребят, удачи вам, как говорится. Не надо, пожалуйста. Правда, здесь не ездят, но на гелике-то здесь ездят. Так, почему у меня дверь открыта? Да ну закройся, пожалуйста. Опа! Да ну закройся. Опа! Да черт подери, закрывайся же, чертова дверь, я уже фару разбил. Закроешься мне, да что ты будешь делать-то? Я всю жизнь закрывал так двери в GTA-шке, почему я сейчас не могу так сделать? Гребаный гелик, может как-то... О, ну удар же был крепкий. Блин, пацаны, закройте дверь, пожалуйста. Просто мне неохота, главное там наркотики смотри и забери. О, спасибо, бро. Они тоже по наркоту немножко, но поняли хотя бы, что у них требуется. Во, все, зашибись. Давайте, блядь, мне главное сейчас выехать отсюда. Что-то слишком здесь узко как-то, блин. Ну, на куриный капитан, спасибо, бро, за то, что дверь закрыли. Действительно, это как-то странно. К вам приезжает сотрудник и говорит, дружище, закрой, пожалуйста, дверь. Это подозрительно. Если эти гражданские подадут жалобу на меня, скажут, а он там что-то собирал, что-то непонятное делал, то вопросы будут ко мне какие-то. Но, как говорится, о, смотрите, по встречке едет. Прям четко едет по встречке. Хотя тоже я на красный сейчас проехал, ведь я на гелике, да, но... Прям по встречке. Пацаны, вы чё? Едем в участок. Дорогу теперь я знаю. Отсюда уже в участок по прямой. Поэтому несемся и все раскладываем. Ну, действительно, слишком легко оказалось. Вот правда. Хотелось, конечно, что-то даже... Не то, что хотелось, но в воровскую диаспору мы, грубо говоря, вступим. Я даже скажу так. Потому что это наше призвание. Это криминальная Россия. Это воровская диаспора, в которую я попал. Возможно, кто-то скажет, зачем тебе это? Зачем тебе быть вором в законе, ведь ты в полиции? Но, как сказать, я сидевший. Да, те, кто смотрит прошлые ролики, знают, что мы сидели с вами, сбегали из тюрьмы несколько раз. Поэтому, в принципе, вором в законе можно мне быть. Можно мне быть. Поэтому меня и берут, ребята, к себе, так сказать, да? Ну, а зачем? Наверное, просто так. Вот просто так. Интересно. А что будет? А что там? То есть на два лагеря мы, получается, и с вами и полицейские, и получается мы с вами в это же время и как бы якобы вор в законе, хотя им, конечно, я на самом деле считать не буду, но типа капитан полиции, вор в законе, вообще какой-то трэш происходит. Только здесь это может быть, только в криминальной России это может быть. Зато, друзья, все двери открыты. То есть любая дверь, она открыта для нас. Очень даже просто. Ну что своей палкой машешь? Что, заняться что ли нечем? Иди давай, не мешай мне. Блин, вот надо было тебя остановить. Что тебе надо? Товарищ капитан я. Все, иди. Капитан, форму что ли не видишь? Служивый, приветствую. Ты чего, форму не увидел? Блин, кто вас учил гелики останавливать? Как вы так далеко? Куда вы так далеко? Ну блин, по делам езжу, какая разница? Здравия. Здравия желаю. Ладно, давайте адекватно разговаривать. Мы еще и под наркотой чуть-чуть, конечно, да, остались. Ой, извините. Ничего, извинились, ничего, бывает. Бывает такое. Вы просто так быстро ехали. Ну а как, уставший уже. Здравия желаю. Здравия. Спецоперация, что ли? Это даже, можно сказать, мои коллеги в каком-то роде. Я прапорщик. Ох, господи, сбили прапорщика. Не насмерть, надеюсь. Можно ваши документы? Документы? Так зачем? Зачем? Ну, вообще, я не понимаю, зачем гелик-то останавливать? Все у меня в порядке. Я поеду. Ладно, давайте я просто поеду, пацаны. Давайте вы не будете, то есть, проверим ваши документы. У меня все хорошо. У меня с ними все в порядке. Блин, правда, гелик, конечно, не на мне числится. В порядке. Гелик только не мой. Гелик друга. Нет на него доков. Что-то не в порядке? Да, взял прокатиться. Слушайте, ну что начинается опять? Ну... Ну слушай, дружище, ну документы будут тебе. Что такое, товарищ полковник? Вы спокойно, что вообще случилось? Товарищ полковник, ну не мой гелик, но друга. Не угнал я, ваша машина находится в розыске. Чего? Мы не договаривались. Какого черта в розыске? Гребаный поблин. Патриарх, что творит-то? Зачем он машину мне дал в розыске? Так точно. Я не при делах. Опять моя фраза звучит старая. Я просто не при делах. Так,
я сейчас, блин, секундочку, ну ладно, и что дальше? И что дальше? Я не могу ехать, что ли? Не, ну понятное дело, что я не могу, меня навряд ли, конечно, отпустят. Тем более, это, как говорится, ГИБДД, я с ними-то особо не знаком. Может, обыщем ее, товарищ? Ты охренел, что ли? Слышь, усатый, иди барабан крути, какого черта? Надо меня обыскивать. Меня-то что обыскивать? Машину только взял. Гражданин, пройдемте со мной. Да вы серьезно? Вы на полном серьезе? Я же правду говорю. Ну что вы такое? Товарищ полковник, да, полковник? Я не понимаю. Все, не, да, давай еще фоточки удаляй быстро. Так точно, хорошо. А что с машиной-то? Я спешу. Я очень спешу. Она подождет вас. Ладно. Я покажу документы. Они, короче, думают, что я оборотень в погонах. Но я все в порядке у меня. Я, как говорится, настоящий капитан. Все в порядке. Вот. А зачем на парковочку, товарищ полковник? Вот, я настоящий. Здесь опасно. Хорошо, я согласен. Хорошо, здесь опасно, без проблем. Но все в порядке у меня. Все проверили? У вас в паспорте вроде все хорошо. Ну, конечно, все в порядке у меня. И с удостоверением все в порядке. Мы проверим у вас машину. Блин, проверю машину. И че? Ладно. Ну, как-то, честно говоря, неохота, чтобы... Ладно. Только проверяйте. Хм, аккуратно. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Блин, они неизвестные мне коллеги, что значит понимаю? Здравия, на мне до вас, ребята, пожалуйста, идите перевозите денежки свои дальше, или я сейчас грабану, блин. Взглянул на салон, давай быстрее. И Кубович, ну какого черта вот вам надо? Почему они даже начали машину сразу проверять? Не, правильно, согласен, нужно любую машину проверять. Багажники чисто, все чисто в багажнике. Задние сиденья, задние, смотри, все. Все у меня там нормально. Блин, ты не можешь, заглянул в окно. Да все, там все, давай я тебе открою даже. О, досматривают они тачки. Она даже не тонированная. Она даже, у нас машина в хорошем... Да это не моя машина. Я сам в шоке, что она в розыске. Вот обязательно мы патриарху выскажем это. Была бы не в розыске, я бы спокойно дальше поехал. Но их заинтересовало это. Уберите, пожалуйста, пистолет. Я вреда вам не принесу. У меня снова тут пистолетики, знаете, есть и дубиночки. Смотрите, что. Что, Якубович? Давай, рассказывай, что случилось. Так, и что? И что? Откройте багажник. Да держи, Якубович, все для тебя. И черный ящик открой, и багажник. Какие-то пакеты. Вот урод, он пакетики какие-то нашел. Чего ты там нашел? Скажи мне, пожалуйста, а? Вот че вы, два Якубовича здесь собрались? Обыски, пакетики он нашел. Это не мое, ничего не мое. Я ничего не знаю. Машина не моя. Что там за пакетики? Что это такое? Я не знаю. Я вообще впервые машину вижу. Вообще машину впервые взял. Что, на что вы намекаете? Я как бы... Все, машина не моя, не мое все. Я поеду. Все, спасибо, я поехал. Хорошо, ребят, пакетики только... Пакетики на место. Блин, ну что за бред? Какие пакетики на место? Это, я не знаю, я, кажется, нашел запрещенный. Это, я не знаю. Может быть. Мы же не будем говорить, типа, нет, это мука. И тогда уже вообще спалюсь жестко. Нам в учениях показывали. Это хорошо, я на практике такие уже видел. И что? И что ты хочешь сказать этим, Якубович? Что ты хочешь этим сказать? Что я наркоман, что ли? Ты что? Ты видишь, хотя у меня зрачки тоже немножко расширены, но... Да господи, вас столько мотоциклистов сбивает постоянно. Вы тут уже все покоцаны немножко. Вы лучше мотоциклистов так ловили, как наркоманов. Взяли меня, поймали теперь просто так. Можете показать, что за пакет? Да я откуда знаю? Ты что, Якубович, не понимаешь, что я не знаю, что это за пакеты? Принесу тебе на передачу, на барабан брошу и знаешь, что это за пакеты. Что ты ко мне притаскиваешь? Да что вытаскиваете? Это не моя машина. Я трогать ничего не буду. Не мои пакеты, трогать ничего не буду. Все, сами доставайте ваши пакеты. Я пальчики там оставлять не собираюсь, хотя там мои пальчики уже оставлены, черт подери, что это? Это я не знаю, сколько раз повторять можно, что я не знаю. Мне уже все равно, кто вы, если вы действительно на что-то перевозите. Вы можете это объяснить? А то я пойду по службе вверх. Что ты там пойдешь по службе? Куда тебе? Ты сначала хотя бы свои усы сбрей для того, чтобы по службе продвигаться вверх. Смотришься каким-то добреньким, но почему-то не добренький. Выглядишь, конечно... Блин. Короче, вытаскивайте. Ладно, все, завались. Гребаный усатик, сейчас все вытащу тебе. Вот тебе пакетики, усатый таракан. Уронил пакетики, подбирай давай. Смотрел пакетики, там еще упали у тебя пакетики. Подними, пожалуйста. Вот, все ваше, пожалуйста, берите. Я поднимать не буду, в смысле? Я просто случайно уронил. Не будет никаких подстав, успокойся, поднимай. Все, поймали, молодцы, поздравляю. Давайте я вам поаплодирую и позвоню каждому сейчас вручу лично. За мной быстро, так, спокойно. Спокойно, пожалуйста. Вы что хотите? Ух, Дима, я, похоже, получу скоро новые погоны. Я тебе лично дам, послушай. Я тебе лично могу дать
погоны. Только дай я поеду, и все. Дай поеду, пожалуйста. Будем оформляться, не надо. Не надо. Глупость сделаете, пожалуйста. Я не хочу ключи давать. Ну ты издеваешься, ну какого? Не знаю, это мой шанс. Да иди ты, еще мне говорит об этом. Хотя про себя должен говорить это. Мой шанс, никуда вы не поедете больше. Понятно. Все, друзья, это конец. Так, я хочу... Подождите, товарищ капитан, вам будет выписан штраф. О, сколько интересно, сколько и за что? Так все просто, оказывается. Ну ладно, штраф так штраф, придется денежки, также лишение ТС. Ну это ТС не мое, ничего страшного. Дмитрий говорит, решайте, давай, ну я думаю, мы с ними решим хотя вопрос. Ну хотя ребята такие, что, блин, с ними трудно договориться, вот те и коллеги называются. Вот должны отпускать таких, видите, не работает, друзья. Настал тот век, когда гелик у тебя не гелик, форма не форма, это не работает. Если у тебя нет знакомых, да, таких, то пожалеем. Серьезно? Давайте, я поеду. Давайте я поеду и пакетики мне верните, пожалуйста. Хотя я уже сказал, что пакетики не мои. Блин, я вообще себе в кашу устраиваю какую-то. Сейчас они точно запутаются, блин, и доведут дело, как говорится, до конца. Что нет? Ну что нет? Ты же молодой полковник, у тебя все впереди. У тебя все впереди, почему бы тебе не просто не взять и отпустить? Я, как говорится, позабочусь. Еще очень большой срок, до 15. Какой срок? За что? За что? За какую-то... За муку? За муку какую-то непонятную? За мамку? За муку? До досрочного освобождения. Послушай, ну вы что хотите-то от меня? Я понять не могу. Я... Пожалуйста, парни, пожалуйста. Просто давайте я поеду. Я вызываю патруль. Секунду. Я могу вызвать адвоката. Я имею право на один звонок. Сюда иди, я сказал. Иду, что такое? Я здесь, все. Пожалуйста, не пугайте меня. Можете. Ну хотя бы, блин, спасибочки за звоночек. Все, поймали меня, друзья. Вот так вот легко, на посту. Надо вообще не останавливаться, валить. На гелике-то я уехал бы, по-любому бы. Вот мой телефон, там есть номера адвоката. Мне ваши адвокатики не нужны. Я своему позвоню, адвокату. Он тоже, смотрите, куда-то звонит. Не вызывайте пока. Секунду, не вызывайте. Я адвокату наберу. Наберу быстро. Пожалуйста. Никак нет. Ну дайте мне возможность. Че вам, блин, стоит-то? Все, я звоню, короче. Это попадос полный. Это просто полный попадос. Быстро. Быстро, у меня право, быстрее, пожалуйста, ответь. У меня право только на один звонок. Отвечай быстрее, я ответил. У меня право только на один звонок. Меня тут на посту взяли. Какого черта гелик в розыске? А? Скажи мне, пожалуйста. Мне пришить 15 лет хотят. Блин, а... Господи, ну хрен доверишь тебе, что это где? На посту к городу прям. Так, это где? Там поезд еще. Да, поезда тут ездят. Недалеко получается, да? А, где заправка? Где заправка? Вот. Какому городу? И участок в этом же городе, около армии. Да, около армии. Ой, еще приехал. Блин, страшно уже, не хочу я. Товарищ полковник, что там? Сейчас буду. Давайте быстрее только, пожалуйста, товарищ полковник. Так, сейчас мой адвокат приедет. Блин, а представьте, если бы босс сказал, типа, извини, но я не могу, ты решай сам вопрос. Все, мне конец, сейчас адвокат приедет, пусть, хорошо? Пожим, я думаю, хоть, не знаю, что он им предложит, но я надеюсь, что они его знают, моего босса. Ух ты, а они уже у участка, какого черта? Вы были у меня дома, уже у участка, блин, катаетесь тут. Получается, они все это смотрели и следили за мной, что ли, или как? А вот адвокат. Адвокат приехал. Пожалуйста, ваш адвокат... Не надо мне все вопросы к нему. Все, я ничего не говорю, отстаньте от меня. Не буду больше с ними разговаривать, не хочу. Запрягли меня конкретно. Сейчас проедете с нами. Хорошо, я проеду с вами. Без проблем. Я готов с вами проехать куда угодно. Только, пожалуйста, с моим адвокатом. Блин, сейчас вообще от босса отходить не буду. Вот, как говорится, пожалуйста... Представитель мой здесь. А чем приехал с патриархом-то? Патриарха, конечно, мог бы, жирный вылезти не может. Зачем так называешь ты его? Господи, зачем ты перед такими-то людьми жирным называешь? Что, друзья, что ли? Я не понял. Друзья, что ли, его опять? Ваш адвокат никак не поможет. Слышишь?
Он, походу, с ним не знаком. Ты не видишь, что приехал, что ли? Походу, да. Походу, все-таки... А может, для нашего босса это маленькая шишка? А? Скорее всего, даже так. Что ты там фотографируешь? Удаляй быстро. Удаляй быстро, иначе на твоем надгробии эти фотографии потом будут висеть. Патриарх Данил? Да, при чем патриарх Данил? Тут вообще-то босс при делах. Это он самый. Здесь я могу подтвердить. Ничего себе, его знают. Ты что, на колени упал? Серьезно? Здравствуйте, патриарх. О, ничего себе. Они здороваются, целуют руку патриарху? Что? Почему не боссу? Как это возможно? Почему не боссу? Нет, ладно, они веруют, хорошо. Видели? Мой адвокат, я имел в виду патриарха. Вот так вот. Патриарх, мой адвокат. Они поцеловали руку моему адвокату. Только что, конечно, босс был адвокатом, но от того, что я увидел, патриарх стал моментально моим адвокатом. Хм, вот тебе и да. Вот тебе и да, товарищ полковник. Смотрите, какой адвокат к ним приехал, популярный. Адвокат, скажите что-нибудь, пожалуйста. В этом нет ничего плохого. Если это создали, мы должны это употреблять. Ему пишет, что это противозаконно. Люди развлекаются таким образом. Патриарх Данил, ты серьезно? Ты говоришь о кокаине? Это противозаконно, говорит полковник. Конечно, противозаконно. Тут же все-таки патриарх тебе это говорит. Если это отобрать у людей, то боженька рассердится. Если отобрать наркотики, я так понимаю, не верят в боженьку все-таки. Я прошу прощения. Как это получается, что наркотики мне тоже можно употреблять? Знаешь, если ты употребишь их перед патриархом Данилом, то никто слова тебе не скажет, как ты понимаешь сейчас. Так что давайте, два брата-акробата. Блин, я в шоке, честно говоря. Ведь ты не хочешь, чтобы Бог рассердился? Патриарх, никто не хочет. Потому что, боженька, патриарх Данил, сегодня ты. Не забывайте, кто вас крестил. Вы же не хотите, чтобы боженька... Так, я лучше пойду, рассердился. Конечно, не хотят. Еще бы, что боженька. Ну, они верующие, это хорошо, конечно, это хорошо. Все-таки, когда они на службу пошли, видите, всех же крестят, типа, да? Обрызгивают водичкой, так сказать, святой, для того, чтобы служба проходила успешно. Вот, кстати, их и он... Поэтому они руку и целуют ему. Вот почему. Видите? Они его знают хорошо. Не забывайте, кому вы служите, и не сердите Бога. Приехал учить их этому патриарх Даниил. Представьте себе. Я просто буду сидеть на скамейке и ждать. Как бы я вижу, что я не под стражей конкретно хожусь. Спасибо большое. Я конкретно нахожусь не под так. Тогда знаете, как я сделаю? Я сяду на мусор. Мусор, мусорки, так тоже можно. И, соответственно, если они сейчас за мной не подошли, да, то, конечно же, я могу уже вообще убежать, по идее. То есть промыл мозги патриарх, конечно, вообще жестко им. Что он там пишет? Здоровья вам. Это они патриарху желают. Встань, иди. Не надо, иди сюда. Учись разбираться. Да в смысле? Какого черта мне надо было гелик с розыском? Сами виноваты, гелик с розыском подсунули. Подстава. Вообще жесткая подстава. Больше потревожим, и вам не хворать, сыновья божьи. Не слишком смело. Да какого, блин, гелик? Вот был бы он не в розыске, мне бы сказали, все в порядке, езжайте, пожалуйста, товарищ капитан. А тут начали, блин, устраивать. Чтоб больше такого не было. Опа, в машину сел уже. И все в шоке. Промыли вам мозги или что? Что, не отпускаете, а, товарищи полицейские? Трясутся коленки. От патриарха Данила трясутся коленки. Опять к нему подходит. Вау. Что, Якубович? Я слушаю. Я во внимании. Простите нас. Да ладно вам. Вы чё? Да ладно вам. Все в порядке. Я осознал свою ошибку. Это ваша служба. Это ваша служба. Вы молодцы. Просто иногда боженька готов пойти на уступки. Веруйте, и все будет хорошо. Наверное, как-то так. Слезть с бутылок. Так, ладно, действительно, что-то я прям на мусорке развалился. Все, я могу ехать. Я могу быть свободен. Воруйте, веруйте, конечно. Я случайно Ворутина? Веруйте, конечно. Вы что, оговорился, так сказать, наверное. Здорово, здравия, щеглы. Я так понимаю, об этой остановке никто не узнает? И еще по поводу полковника, добро дает отпустить? Мы ничего не видели, даже так. Да подожди ты, дай поговорить с ребятками. Нормальные ребята, оказывается, да. Все, отлично. Хочу пожелать удачной службы бравым ребяткам. Так, все, давайте, как говорится, да, по-братски пожмем руки.
И я даже еще дополнительно, это, конечно, не в моей компетенции, как бы, да, но перекрестил человека напротив. Ничего страшного, под звуки выстрелов перекрестить можно иногда. Нормально, босс, ну хватит там, хватит. Полиция все-таки стоит, прояви хотя бы какое-то уважение. 228, что-то странное у тебя ID, дружище, 228. Ничем ли ты там не занимаешься, мы не... А, бравые мы натуралы. Хорошо, хорошо. Все, вот я тоже перекрещу. Пожалуйста, два брата-акробата, можете быть свободны, я тоже. Я поехал. Я поцелую вам туфлю. Не надо мне целовать туфлю, ребят. Не надо, не надо. Не стоит. Это шутка от него уже пошла. Это точно шутка, потому что не настолько же, как говорится, патриарх может промыть мозги. До свидания. Все, уйдите давайте, уйдите. Бог видел. Мы не видели. Бог видел. Хорошо. Хорошо, Бог все в порядке сказал, все нормально. Передал сообщение патриарху, что все замечательно. Фух, а что, гелик там оставим? Потом сами заберете его. Ну и подставили. Патриарх, ты тоже виноват, лучше бы на лампе поехал. Иди выполняй свое задание, так еще и шепчет. А что он там? Ладно, ладно, хорошо. Я понял, патриарх вообще ни слова не говорит, что хорошо, извиняюсь за грубость. Закладки расставь. Понял. Понял, все хорошо. Патриарх что там, уснул что ли? Патриарх спит? Друзья, но в любом случае, говорится, продолжай задание. Окей, попробуем. Забрал еще наркоту. Еще, пожалуйста, мне 6 граммулек давай. Надеюсь, у них вопросов не возникнет, а почему, типа, еще 4? Все, ну, хватит, окей. Я там еще брал 1 грамм. Хех, работай. Ладно, ладно, все, давайте, я пошел. Я пошел, так, ну сейчас уже вечерок, это большой плюс, потому что мы сможем... О, не беги, ФСБшники, не бегите за мной, пожалуйста. Вы тоже ФСБшники? Все вокруг ФСБшники? Здравия, здравия, у меня важное спецзадание, поэтому, пожалуйста, хорошо, что вечер, прям очень хорошо, что вечер. И надеюсь, что у нас не очень много полицейских внутри. Не будет, да, полицейских? Так, по всему участку получается. Потом я ему скажу данные, где, да, лежат у нас закладочки. Тебя ждать у мусарни. Да, жди. Че, я потом такси, что ли, буду звать? Пусть меня Ламборджини лучше подвезет. Так, ладно. Хорошо, что у нас почти пусто здесь. Начнем тогда сейчас быстренько. Вот, наверное, в цвет... О, а я, кстати, здесь ни разу не был. Так, у нас здесь что? Сушатся вещички, да, всякие. Нам, получается, нужно разместить все в разных местах. Там еще какая-то дверь. Боже, ничего себе. Так, давайте разместим где-то вот, наверное, вот здесь вот за шкафчиком. Вот так на коробочках давайте положим. По 2 грамма будем, да, распределять. У нас есть 14 грамм, пусть будет по 2. Давайте разместим в туалете. В туалете на коробочке. Угу, прям спрятано, даже не видно ничего. За унитазом, не знаю, за унитазом есть ли смысл. Давайте какой-нибудь туда вот прыгнем, вот так вот. Разместим еще за унитазиком. Тоже наркотики, тоже 2 грамма. Я думаю, по 2 грамма достаточно. Все. Так, где-нибудь за умывальником. Тоже место неплохое. 2 граммулечки. Смотрите, видите, как даже их не видно практически. Видите, как они лежат там, опа. То есть они здесь моются, ля-ля-ля. Никто в угол-то пойдет. Кто в угол? Нет, только тот, кто будет искать закладки. Раз. Опа, а что там у нас такое? Так это же пакетик. Видите, как он выглядит красиво, этот пакетик. Все, хорошо, оставляем здесь. И нужно еще другие места положить. Давайте за КПЗ. Хотя эти своруют по-любому, в цветах будут рыться там землю, разрыхлять, поэтому не надо. Так, на посту. Вот здесь место тоже хорошее. Давайте. 2 граммулечки сюда. Угу. И давайте, значит, еще где разместим. Можно... У нашего полкона. Прикиньте, если найдут кто-нибудь, да, вот ФСБшек приберут. Так, мы с проверкой, здравия желаю. И тут у нас находятся, значит, наркотики. Так, ночь. Хорошо, что полковника нету здесь, и генерала тоже нету. Давайте куда-нибудь у сейфа. Блин, нет, у сейфа тупо. Под столом где-нибудь вот так вот. По чуть-чуть. Все, там тоже лежит под столом. Незаметно вообще вот так идешь. Ну, кто бы смотрел. Только вот тот, кто полы моет, конечно, может заметить. Сказать, о, грязь какая-то, дай попробую. И в итоге ее накроют очень сильно, ее уволят. Тоже, конечно, подставлять уборщицу не хотелось. Но, как говорится, давайте сюда под столик тоже. Че, прикалываетесь, что ли? Ёпарасоте, а? Нет, ну YouTube такое точно не пропустит. Вот если бы я не заметил, меня бы за это просто заблокировали. Поэтому я быстренько сейчас пока положу еще 2 грамма, буду смотреть и ложить, как говорится. Угу. Блин, ну это жесть какая-то вообще. И в оружейке. В оружейке тоже положим последние 2 грамма. Все, хотел уже использовать, но не будем. Мы знаем, как реагировать. Все, вот, отлично, тоже незаметно. Поэтому это для наших 10%, которые употребляют наркотики, для этих полицейских, оставим здесь. И пойдем, нас уже ждут там. Боже, куда ты вылез-то, дружище? Куда ты вылез-то? Прям побег, совершил настоящий побег. Босс, ты где?
Поехали отсюда. Не вижу тебя, босс. О, патриарх, давай. Поехали, открывай. Разложил все, как сказал. Вот мне интересно, очень даже интересно, ребят, что сейчас будет. Я могу считать, что я справился или нет? Тебе в дом, в дом. Да, говорит, отлично. Уверен? Ты красавчик, но я же попался. Ну что, что поделать, все мы попадаем в передряги. Это правильно, это твой косяк. Почему? Почему? Была бы тачка норм. Настоящий бандит бы угнал или объехал, или расстрелял. Но я не такой бандит, не настолько. Своих коллег, что ли? Проехал, раздавил, уехал. Ладно, может быть, может я что-то неправильно сделал. Может действительно надо было просто не останавливаться и поехать. Хотя могли догнать, в розыск объявить, еще больше проблем потом не было. Но главное, что проблема решилась, друзья. Поэтому едем домой. Патриарх Данил сказал, что у нас все в порядке. То есть мы якобы прошли это испытание, не знаю, что дальше будет, сейчас уже вечер, поэтому едем домой ложиться спать, как говорится. Поэтому каждого из вас, друзья, благодарю за просмотр, это был Радмир КРМП, первый сервер, играйте, ссылочки все есть в описании, поэтому заглядывайте в описание, скачивайте, кто еще не играет. Ну и про промокод я уже вам сказал. А я всем, опа, желаю удачи и всем пока-пока.